привет, друзья! Вас приветствую сегодня я. Зовут меня Юлия. Пришло время сделать для вас обзор всходов лука, который я сажу, как и многое в этом сезоне, впервые на рассаду для высадки в открытый грунт. Буду выращивать на своих грядочках. Посмотрите, в каком он у меня на данный момент состоянии. Хочу сказать, что здесь у меня три разных сорта. Халцедон в данном контейнере, стригуновский местный в данном контейнере, и здесь один и тот же лук. Это Штутгартен Ризен. Не выговоришь. Так как у меня два пакетика вот семян, и я посадила их в два контейнера. Все, загущать посадку не стала. И как вы видите, что третий, именно вот тот, который плохо выговаривается, Штутгартен Ризен, больше такой вот обильные всходы получились именно у этого лука. Здесь, конечно, не стопроцентная всхожесть, но для меня и это показатель, что всхожесть есть, хоть что ли, хоть что-то, я и этому рада. Но хочу сказать, что данные пакетики оказались до 17 года, а Штутгартен до 19. Так что самое важное при посеве семян лука – это смотреть на срок годности. Чем он, естественно, свежее, тем у него всхожесть будет лучше. Это я для себя подчеркнула. Вот. Значит, что хочу сказать, что сходить он начал на 5-6 день. То есть вот этот лук у меня начал сходить на 5 день, а вот этот вот на 6 попозже. Ну вот даже где-то, мне кажется, еще до сих пор и всходит. Петельки еще есть не высунувшиеся. Вот. Какой же у нас сейчас с вами должен быть уход? Это, конечно же, мы поливаем уже, можно поливать. И подстричь его нужно. То есть вот я как раз на уровне контейнера его подстригу. Так вот, чтобы вот эти вот все чешуйки, вот эти семянки, которые остались, их нужно убрать и дать роста нашему будущему перо. Будущее перо, которое будет зелененькое, красивое, салатовенькое. Ну и, конечно, можно подкормить хотя бы раз в недельку минеральным удобрением. Лук очень любит это, азотную особенно подкормку. Так что я думаю, что вот раз в недельку можно дать лучку покушать вкуснятинки. Вот, разведем для него минеральное любое полноценное удобренице. Так что вот, друзья, вот такие всходы лука у меня на сегодня, на 7-й день. Данному лучку 7-й день. Спасибо вам огромное за внимание. Если было полезно, подписывайтесь на мой канал. Всего доброго и до встречи!